Активисты молодежной организации акционерного общества «Апатит» провели субботник на базе «Лесная». Благодаря усилиям волонтеров, излюбленное место отдыха кировчан и апатичан стало краше и встретит весну с чистой, облагороженной территорией. База отдыха «Лесная» находится в живописном уголке на берегу озера Имандра. Содержать ее территорию в чистоте значит заботиться о гостях базы и сохранять экологию края. Поэтому активисты молодежной организации подошли к субботнику очень серьезно и разработали особый план уборки. Мы посчитали нужным разделить на три полосы: береговая линия, линия дороги и линия гостевых домиков. Соответственно, на береговой линии может аккумулироваться мусор, который выбрасывает водой. Вдоль дороги иногда выбрасывают мусор из машин. И, соответственно, вдоль домиков незначительное количество мусора, которое оставляют гости. Территорию прочесывали 12 волонтеров. В основном им приходилось убирать бытовой мусор. Очень много пакетов, бумаги какой-то, пластиковых стаканчиков. Люди отдыхают. Понятное дело, что не всегда могут за собой убирать. Вот, территория на базе «Лесной» довольно-таки большая. Видимо, работники сами не справляются. Молодежная организация пришла на помощь. Не случайно выбрали время проведения субботника. Старались успеть до того, как все занесет снегом. Выпадет снег, будет не убрать этот мусор. И многие вещи просто замерзнут в земле. Поэтому нужно сделать это сейчас, чтобы облагородить территорию. Весь собранный мусор собрали в специальные контейнеры для последующего вывоза. Благодаря проведенному субботнику база «Лесная» будет радовать своих гостей и в самое ближайшее время, и весной, когда растаявший снег не принесет неприятных сюрпризов.